Сейчас посмотрела одного блогера, который рассказывал о том, что у него тяжелая профессия, и ему тяжело воспринимать негативные комментарии по поводу своей внешности, что он очень по этому поводу переживает. Меня это на самом деле удивило, потому что я думала, что блогеры в блогеры идут для удовольствия. То есть я записываю видео, когда на меня находит вдохновение. Вы обращали внимание, я то выкладываю огромное количество видео, то меня вообще нет, я чем-то другим занимаюсь, работой в основном. И мне весь этот процесс нравится. То есть, если вы заглядывали в мои комментарии, то там только и делают, что обсуждают мою зеленую челку, как я старо выгляжу, или старо, наверное. И кто-то написал, что у меня ослиная морда. Я это читаю, мне весело, потому что я это на себя не примеряю, то есть к себе не применяю. Я подхожу к зеркалу, ну, мне все нравится. А если я кому-то не нравлюсь, ну, это нормально. У каждого там свои вкусы, кому-то там толстые нравятся, кому-то худые, кому-то средние. И не обязательно я вам должна нравиться. Вы можете вполне себе меня ненавидеть. И внешность моя далеко не всем нравится. И это нормально. И если пишут гадости под моими видео о моей внешности, то это ничего не говорит обо мне, это говорит, только характеризует тех, кто эти комментарии пишут. И я делаю только то, что мне нравится. Я сделала такой вывод. Мне нравится записывать видео, мне нравится иногда читать комментарии, мне нравится ходить на работу, нравится работать с детьми. Совсем недавно попробовала себя в роли учителя, не преподавателя, а учителя 6 класса. Попробовала провести там урок. И вы знаете, мне понравилось. То есть я очень быстро нахожу общий язык с детьми, и это достаточно интересно. Вот. И я думала, что в блогеры идут как раз-таки только вот, когда есть такой уровень самовосприятия, когда чужие комментарии на тебя уже никак не влияют. Если начинают критиковать мой контент, ну, то есть мое мнение, то я, конечно, вступаю в спор, потому что там в споре рождается истина, во-первых, а во-вторых, хочется доказать свою точку зрения. В этом смысле мне нравится весь процесс. Как-то так.